Приветствуем вас, дорогие друзья! Вы смотрите Горький Сити Рестлинг GCW, и это шестой эпизод нашего веб-шоу. В этом выпуске вы увидите титульный матч. Да-да, новый чемпион Беларуси в тяжелом весе, ядовитый Ричард Тимон, будет впервые отстаивать нововыигранный титул. Вот мы видим бесподобного Дмитрия Нову, его соратника по ордену вульгарности. А вот и он. Чемпион Беларуси в тяжелом весе. Ричард Тимоун выиграл этот титул у Руслана Супер-Руса Серегина. Вы могли наблюдать этот матч на GCW-шоу номер 4. Тогда вмешался как раз-таки Дмитрий Нова, после чего Ричарду удалось вырубить Руслана Супер-Руса Серегина при помощи коронного захвата B3. И вот мы видим нового чемпиона Беларуси в тяжелом весе, а заодно и целую группировку, которая называется «Орден вульгарности». Итак, мы ожидаем прибытия претендента на титул, который, кстати говоря, доселе непобедим в GCW. Ну и по музыке вы, разумеется, наверняка догадались, кто это. Это лучший импорт из Мексики, так сказать. Это Мэнни Калавера. А вот и Мэнни, дамы и господа. А с ним очаровательная рыжая бестия по имени Хела. Мэнни Калавера выиграл уже 2 матча. Первый матч против Владислава Солдаева был хардкорный и, соответственно, окончился победой Мэнни. А второй матч был против члена Ордена Вульгарности, бесподобного Дмитрия Нова. И Мэнни, опять же, в упорной борьбе ему удалось одержать победу. Это был совершенно изнуряющий матч. И вот Мэнни заработал право на матч за титул. Прошу прощения, слышу сейчас... Вау! Вижу сейчас какие-то... Слушай, сейчас какие-то нелестные отзывы Ричарда о Хелле, спутнице Мэнни. Ну, что поделать, это орден вульгарности. Вы видите на своих экранах сексистов, матершинников и прочее, прочее. Вам участников матча. Напоминаю, за титул в тяжелом весе Беларуси. Итак, представляю первым претендента. Слева от меня, вышедший на ринг в сопровождении очаровательной Хеллы. Из Тихуаны, Мексика, ростом 177 сантиметров, весом 78 килограммов. Прелестный жнец Мэнни Калавера! И представляю теперь действующего, защищающего свой титул чемпиона Беларуси в тяжелом весе. Ростом 176 сантиметров, а весом 70 килограммов. Ядовитый Ричард Тимон! Немного сейчас, так сказать, облажался Ричард, когда залезал на канаты позировать для зрителей. Ну что же, поехали! Матч за титул чемпиона Беларуси в тяжелом весе. Ядовитый Ричард Тимоун против претендента Мэнни Калаверы, доселе непобедимого в GCW. Удастся ли Мэнни завоевать свой первый титул в карьере? Сейчас мы узнаем. Узнаем, возможно, через несколько минут, а может... Зря ты на это подписался. На это уйдет гораздо больше времени. Итак, начало матча. Локап. Мэнни Калавера сразу завладевает инициативой и хватает сзади Ричарда, но тот реверсирует свой захват. Нет, Мэнни Калавера пытается удержать инициативу в своих руках, но... Ой, как некрасиво со стороны Ричарда. И как некрасиво со стороны Мэнни. Оба игры разума у нас, так сказать, GCW, но Мэнни Калавера пользуется заминкой, снэпмэр и чинлок. Ричард Тимон пытается выбраться из этого захвата. Запускает Мэнни Калавера в канаты. Мэнни Калавера... Нет, Ричард мажет атаку. Еще одна атака мимо. И
Блок плечом. Мэнни Калавер использует скорость своего разбега и сбивает с ног Ричарда Тимоуна и хип-тос. Великолепно. Ричарду Тимоуну не остается ничего другого, кроме как ретироваться с ринга. Ну что ж, бодрое начало матча. Ричард Тимоун снимает футболку. Так ведь... Ой, да что ж такое-то? Я смотрю, он неровно дышит к этой рыжей бестии, к Хелли. Ну, посмотрим. У нас продолжение матча. Снова лукап. Ричард Тимоун армрингер. Видимо, решил пойти по пути наименьшего сопротивления, но Мэнинг Калавера предугадал этот маневр. Но не тут-то было. Ричард Тимоун удерживает руку Мэнни. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это сейчас позвонки, наверное, высрал Мэнни. И нет, сворачивает школьник. Нет, сбивает Ричарда с ног Мэнни Калавера. Удержание не удается. Ричард пробует аналогичное. Удержание. Раз, два. Нет, рестлеры расходятся по углам. И, разумеется, получают овации от восторженных зрителей. Ну, скорее, Мэнни получает овации от восторженных зрителей. Господи, да они просто сладкая парочка, я смотрю. Ричард и Хелла. У нас продолжение матча. Мэнни Калавер опять хватает Ричарда сзади. И тот, предугадав маневр, сбивает с ног дроп ту холдом. И переход в хедлок. Неплохую технику демонстрирует чемпион Беларуси в тяжелом весе. Он никуда не торопится, он понимает, что важно вывести, максимально изнеможить противника. Это стандартная тактика Ричарда в важных матчах. Итак, мы видим хаммерлок в исполнении Ричарда вместе с серфбордом. Красивая вариация. Что-то непонятное сейчас Ричард пытался выкричать. Видимо, он спародировал крики боли от Мэнни Калавера. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это, конечно, неприятно. Растоптал позвоночник Мэнни Калавера Ричард. Пару ударов локтев и отличный европейский апперкот, которыми славится Ричард. Ричард разбегается в угол, но Мэнни Калавера, ему удается свернуть Ричарда. Удержание... Нет. Ричард Тимоун уходит от возможного поражения. Мэнни Калавера. Удар локтем. И мощнейший чоп в углу. Мэнни Калавера. Такой выстрел производит Ричарда, но выстрел в молоко. Ричард встречает Мэнни локтем. Сбивает его клоузлайном. Еще один клоузлайн. Ричард просто раззадорился не на шутку. Разбушевался. Но Мэнни Калавера нокбрейкер. Все, Ричард сейчас, видимо, по всей видимости, он в прострации от этого нокбрейкера. А Мэнни Калавера ля магистраль. Удержание нет, не удается. Да, да, я лучше. Да нифига. Кто хочет поспорить, а? Ричард снова пытается доказать всем, что он торт. Мэнни пытался отвлеченного Ричарда как-то оглушить, но не удалось. Гильотина об канаты. И Ричард Тимоун, еще один клоузлайн, мощнейший. Ох, лэгдроп, и, по всей видимости, да, элбоудроп. Ричард пробует удержание. Нет, Мэнни Калавера еще бодр и свеж, хотя эти люди проводят матч, можно сказать, в 30-градусную жару. Это происходило летом, знойным июнем. Итак, Ричард Тимоун пробует запустить Мэнни Калавера в канаты. Реверс. Нет. Ричард уходит от атаки Мэнни и сворачивает. Раз, два. Нет. Ричард надеялся на благоприятный исход, и Мэнни этим пользуется. И чуть ли не бордюрный стомп выписывает Ричарду. Ой-ой-ой-ой-ой. Ричард, по всей видимости, у него... Птички и звездочки над головой. Мэнни следует этим воспользоваться. Адовый вихрь, коронный прием. Ричард Тимоун, удержание, распятие. Вот это да, вот это реверс. Раз, два. Нет, не удается. Ричард пробует еще одно удержание. Оклахома ролл. И нет. Мэнни Калавера вовремя оклемался, но... Тут же видит перед собой ногу Ричарда, которая... Просто с молниеносной скоростью врезается ему в торс. Удержание. Раз, два.
И посмотрите на гримасу Ричарда. Я просто не могу представить. Он действительно рассчитывал, что Мэнни после дропкика будет удержан на счет 3. Я так посмотрю, Ричард не может просто поверить своему счастью. Пытается отчаянно забить. Ой, Мэнни Калавер в углу. Сплэш плюс европейский апперкот. И по всей видимости Ричард разбежится в канаты и собьет Мэнни клоузлайном. Видимо, у него... Нет, у него это не получилось. Мэнни Калавере удалось по инерции поймать Ричарда на кроссфейс. И сейчас это может быть переломный момент матча. Ричард не может никак дотянуться до каната, хотя вроде бы это плевое дело. Да, ему удается наконец дотянуться. Но Мэнни Калавера обратно оттаскивает Ричарда на середину ринга, поднимает его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Колени Ричарда серьезно страдают. Суперкик! Да, Мэнни Калавера подсказывает совершенно верно. И... Ой-ой-ой-ой-ой, какой неприятный для Ричарда элбоу-дроп проводит сейчас Мэнни Калавера. Прямо по позвоночнику. Око за око, позвоночник за позвоночник, как говорится. Дмитрий Нова, вот он, опять вмешался в матч. Судья отвлекся на него и не сосчитал удержание. Ричард разбегается на Мэнни Калаверу, но атака не проходит. Мэнни оттянул канат, и Ричард просто переваливается за ринг. Ричарду Тимону надо срочно собраться, иначе титула ему не видать, как своих ушей. Мэнни Калаверу уже на опроне ринга. Разбег. Нет! И... На опрон падает Мэнни Калавера. Ричард подсек ему ногу. Очень неприятное было падение. Опрон — это самая жесткая часть ринга. И об эту часть ринга Ричард Тимон пытается оглушить Мэнни Калаверу. Ой, какие дешевые понты мы с вами наблюдаем, дорогие друзья. Ричард знал, что судья не будет отчитывать удержание за рингом, но, так сказать... Его привычка показывать свое превосходство. Ой-ой-ой, налетает и мажет. Но налетает он прямо на столб. Левое плечо Ричарда страдает. Мэнни Калавера тем временем правильно обнуляет отсчет за рингом. Видимо, он решил закончить начатое там. Какой обмен ударами. Ричард Тимон отвечает на локоть Мэнни своим апперкотом. Вот тут и ноги рестлеров пошли в ход. И... Ой-ой-ой-ой-ой. Ричард Тимон просто в ауте. Это фатально, дамы и господа. DDT за рингом. Даже волосы не спасли бы в данном случае Ричарда, сами понимаете, сами видите. Но Ричард Тимон довольно-таки быстро пришел в себя. И он требует у судьи отчитать Мэнни Калаверу, как грамотно. Несмотря на то, что у Ричарда есть чемпионское преимущество, и любая дисквалификация не приведет к смене титула. Но Мэнни Калавера не так-то прост, как кажется. Все-таки две победы уже в матчах, он непобедим фактически в GCW. Ричард пытается сохранить инициативу, суплекс. Оба бойца видно, что они уже не особо одупляют, что происходит, 30-градусная жара. Но матч за чемпионский титул назначен. И у нас должен быть сегодня победитель. Ричард контратакует локтем. Маятник. И Ричард разбегается. Мэнни переводит ногбрейкер. Дабл арм суплекс. Ричард Тимоун. Нет, что это? Ой-ой-ой, педигри. Какая последовательность у нас. Какая связка, которая оканчивается гильотиной Мэнни Калавера. Как мы видим, изнемождены оба рестлера, но Мэнни Калавера пытается задушить Ричарда, но тот смог устоять на ногах и отправиться вместе с Мэнни в угол. Это даст ему некоторую фору времени, чтобы обдумать свои дальнейшие действия. Запуск в канаты, Мэнни реверс и... Ой-ой-ой, Ричард, вы посмотрите, как грамотно.
как грамотно Ричард атакует дропкиком больную ногу Мэнни, которую атаковал еще Дмитрий Нова в прошлый раз. Ой-ой-ой, что это? Спайнбастер! Вот это да, Мэнни Калавера. Не могу поверить, что так все окончится. А, это был очень мощный прием. Удержание, будет ли оно результативным? Раз, два, нет! Мэнни Калавера каким-то чудом. Просто и тут же он пытается сохранить во что бы то ни стало инициативу, свой шанс. Но единственное, что я вижу, это, по всей видимости, Мэнни Калавера не смог правильно зафиксировать бразильский треугольник. Ричард этим пользуется, наваливается всем весом на Мэнни, но никак. Все равно удержание только до двух. Мэнни Калавера опять пытается сохранить захват. На этот раз кроссармбрейкер, но Ричард был слишком близко к канатам. Дамы и господа, мы наблюдаем просто упорную борьбу. Ричард Тимон просто зубами вгрызается в свой титул. Никак... Ой-ой-ой! Зубами он вгрызается в свой титул, а сейчас он зубами вгрызается в полотно ринга. Педигри в исполнении Мэнни Калавера, фирменный прием. И что я вижу? Мэнни Калавера отдает дань уважения D-Generation X. Как-то странно. Это суперкик. Нет. Ричард Тимон ловит ногу Мэнни. И Энсигири. Ричард Тимон. Вот это да. Вот он, чемпион Беларуси, дамы и господа. Сохраняет самообладание, несмотря ни на что. Даже после такого жесткого приема, как педигри. Нет, Мэнни Калавера опять упорно продолжает бороться за титул. Сейчас мы видим серию удержаний, но все бесполезно. Мэнни опять пытается удержать Ричарда. Ричард уходит от удержания и оглушает Мэнни Калавера предплечьем. Кстати, Ричард уже довольно долго со спущенными штанами ведет этот матч, и, по всей видимости, он решил избавиться от них насовсем. Время покажет, рациональным ли является это решение. Тимон освобождается от штанов и их забирает, видимо, себе на память кто-то из фанатов. Дамы и господа, ой-ой-ой-ой-ой, Ричард Тимон! Посмотрите, какое удовольствие доставляет ему вот такие атаки жесткие, двойной стомп прямо в сердце Мэнни. Просто выбил весь воздух из легких у своего противника. И кажется, это Нозер Лайтсбом. Ричард победно вскидывает руки. Видимо, это все. Это будет результативное удержание. Раз, два. Мэнни Калавера. Просто посмотрите, гримаса Ричарда говорит обо всем. Он никак не может в это поверить. Нозер Лайтсбом не принес должного результата. По всей видимости, Ричарду сейчас нужно отчаянно что-то придумать, чтобы сохранить инициативу. Излюбленный снэп-мэр. И дропкик прямо в шею, прямо в лопатки. Опять позвоночник Мэнни страдает. Ричард знает, куда атаковать, куда направить свой взор. Но Мэнни тут же вырывается. И равновесие Ричарда. Ричард Тимон просто сохраняет самообладание. И это все, дамы и господа. Мэнни Калавера выдержал столько атак, но после равновесия Ричарда пока что не вставал еще никто. Ричард, по всей видимости, ему этого мало. Он пытается добить Мэнни Калавера, но он очень резко приходит в себя. И адовый вихрь! Дамы и господа, мы не можем винить Мэнни за это послематчевое поведение. Сколько уже гадостей натворил Ричард GCW. И Мэнни Калавера, наш герой, Хэлла проверяет его состояние. Дмитрий Нова проверяет, в свою очередь, состояние все еще чемпиона Беларуси в тяжелом весе. Да, дорогие друзья, первая успешная защита для Ричарда. Да, можно его поздравить, дорогие друзья. Но я так чувствую, Мэнни Калавера скоро вернется за титулом, по праву своим титулом.
Ну, а у нас на ринге остался Орден Вульгарности и Ричард Тимон, все еще чемпион Беларуси в тяжелом весе. Мы с вами прощаемся и скоро с вами увидимся, дорогие друзья. До новых встреч. До свидания.